Евгений Владимирович Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что? Евгений Владимирович, вы меня смотрите, пожалуйста. Мы хотели бы узнать по поводу нового памятного знака в честь чемпионата мира. Почему это так важно для москвичей и гостей столицы? Одним из самых знаковых событий в городе Москве за последнее время это был чемпионат мира по футболу, проходивший в 2018 году. Только 4 миллиона болельщиков приехало в наш город. Это был по-настоящему праздник спорта, духа, дружбы. Многие, те, кто приехал в нашу страну, в нашу столицу, вообще не хотели уезжать. И стихийно так произошло, что знаковым местом оказалось улица Никольская. Туда стали приезжать люди со всей нашей страны, и те, кто приезжал на этот футбольный матч, и болельщики, и москвичи, и гости столицы, обязательно оказывались на этой улице. На ней происходили встречи, знакомства, радость, огорчение. Но главное, что люди радовались. Это был большой праздник. Причем это стихийно возникло, никто не думал, что именно эта улица станет. Но вот как-то люди выбрали ее, им было там хорошо, комфортно, а значит было хорошо, комфортно в нашей столице, в нашей Москве. Футбол был великолепен, мы радовались за нашу сборную, но даже дело не в этом. Дело в той организации футбола. Москва провела великолепно этот праздник. Огромное спасибо полиции, правоохранительным органам, все чувствовали себя очень комфортно. И это событие, конечно, оно сохранилось у нас в памяти, сохранилось в памяти у тех, кто к нам сюда приезжал. Многие сейчас едут в Москву и говорят, а где эта улица? Потому что эта улица стала известна во всем мире. Говорит, как это здорово, как это прекрасно. Я хочу туда попасть. Вот ко мне приезжают друзья, говорят, а можно вот как-то, так сказать, подскажите, как туда пройти, как там походить, погулять, потому что мы видели этот праздник и хотим тоже прикоснуться к нему. И поэтому памятный знак на этой улице – это веление такое времени, людей, пожелания. И я уверен, что этот знак станет одним из таких памятных знаков тех, кто окажется в Москве. Вот я не случайно на доме говорил и вспоминал, так сказать, бельгийского брюссельского мальчика, которого там фотографируется и трогает его, тот, кто может дотянуться с тем, чтобы опять вернуться сюда. Вот я уверен, что многие и москвичи, приезжающие в нашу столицу, обязательно у них возникнет желание прикоснуться к этому памятному знаку, который символизирует комфортность в нашей столице и желание все больше и больше туристов к нам приезжать, потому что у нас на самом деле красиво, прекрасно, безопасно, а это очень важно.